В Ненецком округе разыграли более 100 призов на знание Конституции Российской Федерации. Розыгрыш проводится на каждом избирательном участке. Получить купон можно у волонтера Конституции. До 30 июня розыгрыш призов будет проводиться ежедневно, в вечернее время. А в единый день голосования ежечасно. Нелли Кудревец до сегодняшнего дня в розыгрыше выигрывала однажды. Много лет назад ей посчастливилось стать обладательницей видеокамеры. В этот раз женщина выиграла мультиварку. Получать призы, тем более в розыгрыше лотереи, это всегда очень приятно. Наверное, каждому это доставляет такие положительные эмоции. Я не исключение. Еще один победитель розыгрыша призов пришел за своими новенькими наушниками. Никита Каня впервые принимает участие в голосовании. Юноша признается, такой приятный подарок оставил неизгладимое впечатление. Переполняют эмоции. Впервые выиграл технику. Раньше только 50 рублей выиграл. Сейчас я прямо счастлив. Дмитрий Смирнов, придя на голосование, не ожидал получить приз. Как и все, избиратель заполнил купон с вопросами на знание главного закона страны и опустил в барабан. По счастливой случайности стал обладателем набора инструментов. Сперва не поверил, а когда позвонили второй раз и пригласили получить приз, уже поверил. Принять участие в викторине розыгрыша очень просто. Необходимо прийти на свой избирательный участок, проголосовать, затем подойти, взять купон и ответить на вопросы, опустить одну часть купона в барабан и ждать звонка. Возможно, именно вы станете следующим победителем. В первых числах вы бросаете купон в барабан, он будет прокручиваться там до первого числа. То есть в случае не выигрыша есть возможность выиграть в следующий. А волонтер ведет учет, записывает номера купонов и людей, кто приходит. То есть вкинуть два купона возможно, но получить два приза нет. С начала проведения викторины были разыграны 120 призов. Это мультиварки, портативные колонки, смарт-часы, утюги и многое другое. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Владислав Ткачев, телеканал «Север».